Здравствуйте, ребята. Мы с вами давно уже не встречались, не виделись. Весна началась, какие-то делишки у меня тут появились, я не знаю какие, но появились какие-то. Поэтому мы сегодня будем слушать группу «Пух», а песенка называется «Где же панк?» Тут я! Понеслась кочка. Слухаем. О, вот это я понимаю, панк. И надо и мне так волосья сделать. Они у меня коротенькие, тоже так будут торчать. Ты вон что тари засе делаешь, ты айзлер? Да чё ты, бляха, муха тут? Бордель тариваешь, как в танку ты кретер. На постели ты, сука, куришь. Я здравый, я тебя. А где я панк? Опять похарь получил, да что же это? А хотя бы собратил без старости. Вот пробуждений все в руки не зажил, и очасы все мнени. Я все дивам, как сбезел тербанк. До формулажу не пусать вежи банк. Дож не был отравных бюрократу. Не будь у дискуссии во климату. Какие круты идут. 20, то был среди штиней. Я среди них, хе-хе, панк. Погодлию родичу, все ведело пропечу о том, как кто ходи, а что за работа мусим бей. Жарни ипотеки дане, а уреднички сане. Под ревизора покуты, а мислял сам все на не. Пак пришли экзекуце, не то тотиш руку в руце. Але ах, мину с пивем в руце, жал сам все за все злей. Я! Ты, я. Волосы линяют вылезать, я знаю, я линяю. Mám kupu dětí, no akorát ty roky rychle letí. Možná, že jsem se trochu změnil, no ale život ten lepší nikdy nebyl. Tak už jim jistě, že nezmizel punk, jenom se posunul na další rank. Možná se splidnil, ale pořádku je. Oj, zavít mě, mladěři, já už starinky. To byl svět ještě jiný. A chodíš vod takový, vopříkl jsem se, durák. В уголке! Мусим бейт, жарни ипотеки дане. А уреднички сане. Под ревизора покуты, а мислял сам все на не. Пак пришли экзекуце, не то тотиш руку в руце. Але ах, мину с пивем в руце, жал сам все за все злей. Я! Завитки меня берут на вас, молодых. Блевал спев здоровый. Ну что ты напорол? С пива-то блевался. Не стыдно. С пива блеваться. Я с водки не блюю, а с пива блевался. Ну что тут идут буковки, буковки. Я выключаю чай поденебось. Че мне, я все равно не умею читать. В общем, группа вам. Песня. Ой, как показать-то, что еще лучше. Веселые, весенние. Причесоны такие у всех. Панковские эти ирокезы. И мне бы вот такой. А что мне бы пошло, я думаю. Вот и следующий клип, если буду снимать. Ну, если буду жива. Если не умру. То так, пока волосы такие, ну, еще подходящие. Тоже так попробую сделать. Или как у горшка сделаю ежики такие. Ну, не знаю, загадывать не будем. Потому что время-то идет, а хрен его знает. Видишь, погода сейчас какая жаркая. А я в теплой кофте. Ну, нихера. Вождь тепло любит, вот чего. В общем, эта группа чешская, а я ведь что думала, польская, потому что некоторые слова были знакомые. Вы не подумайте, я не поляк, ну не полька, нет. Но знакомые такие были слова, вот типа, ну, курва, да вот все такое прочее. Это все знакомые слова, это некоторые слова это даже польские. Вот название, где же панк? Так-то панки, значит, по-русски-то.
знаком. Еще какое-то слово про карман чего-то было. Тоже это же знакомое. Я почему-то подумал, а потом говорю, нет, это ни хрена не польская, это чешская песня. Песня замечательная, отличная, со знакомыми с русскими словами. Так что можно и без перевода понять, про что песня это была. А знаете что, если не слушать музыку, то по видеоряду можно подумать, что это русское все. Панки, они, по-моему, наверное, и в Африке панки. Интересно, значит, а в Африке есть панки? А чё нет? Конечно, есть. Они все подходят вот там под панки. У них лосята какие. Их легко делать под панки-то. Под панка-то. Так что, мне кажется, есть. Ну, не знаем, спорить не будем. Вот найдем, когда ролик какой-нибудь такой африканский. Есть эпическая сила, есть... Ой, куда полезла? Есть, потому что я видала, мне одна знакомая подруга ролик присылала, она же знает, кто я, и она мне прислала. Там вот эти африканцы с дикого какого-то полуострова или острова танцевали. У него был вот у этого, ну, мужик, он мужчина был, он в юбке хотя, но мужчина. Он так семенил ножками, музыка была быстрой-быстрой. Он ножонками семенил, я просто удивилась, какие надо иметь крепкие ноги, чтобы вот так вот быстро-быстро-быстро-быстро так шлепать этими ножками. Наш тут выбежал, но ни хрена у него. Чё, если у тебя ноги слоновьи, чё ты тут пытаешься под африканство поделать? У тебя нет такого, ну, норма такого нет, не сможешь и так быстро-быстро шевелиться. Мы такие люди, знаете, ну, не сразу же про нас думают, что мы русские медведи. Ну, это тоже хорошо. Я вот считаю, что это прекрасно. Медведь это такой человек. Умный зверь. Хороший, сильный, крепкий. Мы должны быть такими, между прочим. Ну, по песне это такая вот, ну, стандартная панковская песня, между прочим. Замечательная. Это наши песни. Молодежные, моя, то есть. Ну, я же молодежь, я же к вам отношусь. Вот знаете что? Прикольно. Вот молодые, веселятся, ничего, внимания не обращают. Смело себя ведут, так и надо, не как раньше мы ходили, боялись кого-то, чего-то, как бы не так выглядеть, как бы нас за хибой в этот самый, в отделение не отправили, а потом на производство бумажку, штраф, комсомолка, такая-сякая, выкинем. А вы ходите свободно, не стесняясь, не боясь, и никого не позорите. А мы все раньше позорили нашу СССР. Россию, матушку, и не только Россию, всей республики мы позорили. Мы же комсомольцы, добровольцы были. Ну, я, правда, быстренько тут из этих добровольцев-то выскочила. Переезжала туда-сюда с места на место. На учет нигде не вставала. Так и прокатило меня. Ну, в общем, это тоже неплохо было. Мы что-то все равно видали. Мы все равно с вами бы вот откуда зародилось вот эти панки, вот эти все рокеры, вот эти все вот джазы-херазы. Это все от нас пошло. И передать ли потихонечку вам. Немножко. А вы уже тут все это расширили, раздули, больше придумали. Я вам за это благодарна. И я до сих пор молодая. Наравне с вами чувствую себя. Ну что, я уже вам до хера великого наговорил, ведь правильно? Вам уж, наверное, надоело, вы устали. Мне еще один надо ролик еще сообразить один сделать сегодня. Ну, а покажу потом вам. А выпущу сегодня вам это. Ну, в общем, все. Goodbye. Бывайте здоровы.